утра надо просто проснуться с улыбкой. Это есть арабская поговорка замечательная. «Эдхак ледуни, водуни эдхак лак». Она означает «улыбнись миру, и мир улыбнется тебе». Ну, если ты... выходной, обязательно. Либо музей, либо цирк. Это я люблю. Либо зоопарк. Хлебом не корми. Серьезно, обожаю. В любой стране, в любом городе я всегда хожу и в музей, и в цирк, и в зоопарк. Почти все детство прошло в Челябинске. Там не было стационарного цирка, там был такой шапито, такой шатер большой. И самый кайф был, когда шла вот в мае гроза, обязательно, шел ливень, и обязательно надо было садиться вот на верхней лавке, потому что обычно в том месте прорывало полок, лилась вода, все с хохотом вскакивали, мороженое разлеталось, мороженщица убегала с мороженым. Как правило, ты в Петербург приезжаешь на несколько дней, никуда бежать не надо. Встанешь, посмотришь, и обязательно, приняв душ, позавтракав, ты выходишь, проходишь по любимым местам, доходишь до Исаакия, потом идешь по каналу Грибоедова, потихонечку идешь, потом обходишься, потом по мойке пройдешься, потом, значит, обойдешь Марсово поле, потом пройдешься вот по Маховой. Я обожаю гулять.